Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете: помогите советом. Я пошла с друзьями отмечать свой день рождения. Запланировала столик в кафе на вечер. Сказала своему молодому человеку, что долго отмечать не будем. Может, часа три посидим в кафе. Сам он пойти не смог, заехал на 5 минут. Я представила их друг другу, затем он уехал. К слову, помимо меня было 3 подруги и 1 друг. С некоторыми мы не виделись больше года, поэтому время пролетело незаметно, и я вернулась домой на 2 часа позже. Мой молодой человек позвонил с претензией, почему я еще не дома. Мы живем раздельно. Я объяснила, что мы засиделись, болтая, но я уже выезжаю на тот момент, я ждала счет в кафе. Он бросил трубку, начал меня игнорировать и продолжил на следующий день, обвиняя меня во лжи. После каких-либо ссор именно я всегда первая пишу, чувствую себя виноватой, стараюсь сгладить ситуацию, потому что дорожу им. Чувствую себя униженной какой-то, будто я провела вечер непонятно где, непонятно с кем, без его ведома, в каком-то борделе, и непонятно, что делала там. Видимо, я должна была выгнать друзей из кафе со словами, что праздник окончен, и мне пора домой. Я не понимаю, в чем моя вина. Настроение испорчено, как и праздник. Ну, совершенно очевидно, Мария, что в ваших отношениях с молодым человеком нет доверия, совершенно очевиден этот факт, по крайней мере, для меня этот факт очевиден, не знаю, как очевиден ли он для вас, но вот доверия в ваших отношениях не присутствует, к сожалению. Дальше. Вы говорите о том, что вы чувствуете себя униженной, но при том, что вы чувствуете себя униженной, вы говорите, что идете на примирение первое всегда, потому что дорожите им. И я бы вам поверил, если бы вы не чувствовали себя униженной. А так, ситуация получается несколько, я бы сказал, странной. То есть вы вроде бы человеком дорожите, вроде бы, но когда вы, так скажем, проявляете то, что вы им дорожите, когда вы проявляете то, что он вам дорог, когда вы демонстрируете это, как-то вот получается так, что вы чувствуете себя униженной, чувствуете себя виноватой. Хотя говорите, что не понимаете, в чем ваша вина. И вот противоречие здесь, как мне кажется, имеет место быть. Потому что вы либо человеком дорожите и совершенно спокойно идете на примирение, потому что вам человек дорог, к примеру, или вы своей вины не чувствуете, идете на примирение с молодым человеком, потому что А
Например, вы боитесь остаться одна. Например. Или, например, вы боитесь его потерять. Или, например, вы боитесь остаться одна. Или, например, вы боитесь перемен. Или. Вариантов еще может быть довольно много. Я, честно говоря, не хотел бы сейчас их все перечислять. Но хотелось бы, чтобы вы увидели этот момент. Важный момент, как мне кажется. Дело в том, что вы здесь, получается, по сути, себе противоречите. Сам. То есть вам хочется. Вы говорите об одном, точнее. А по факту получается, ну, немножко другое. Вот. И вот это важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Что такое чувство вины в данном случае? Чувство вины в данном случае – это про подавление своих чувств, своих ощущений, своих эмоций. В данном случае чувство вины связано именно с этим, с тем, что вы где-то себя зажимаете. И зажимать себя можно по-разному, в том смысле, что можно зажимать себя из действительно желания сделать это для человека, потому что человек вам дорог, а можно делать это из чего-то другого. Например, как я уже сказал, из страха потерять как бы человека или страха там, вот, к примеру, там, не знаю, что-то изменить, да, то есть вы, ну, например, боитесь, что что-то изменится, да, вы боитесь, что что-то поменяется в вашей жизни, вы боитесь перемен, например, вот. И, соответственно, ситуация вот такая, какая она в итоге получается, по факту. Понимаете, да? Поэтому тут очень важный момент. Следующий момент – это то, что вина – следствие манипуляций. Манипуляции в отношениях возникают, как правило, когда люди не совсем друг с другом искренни, не совсем друг с другом честны, вот, чего-то боятся, и в данном случае ваша задача заключается в том, чтобы попытаться определить, а что же, собственно, мешает мне с, например, молодым моим человеком, да, выстраивать отношения, скажем так, доверительные, да, почему вот молодой человек меня контролирует, как мы к этому пришли и так далее. Я думаю, что в целом вы здесь не совсем уверены в себе. Вот вы говорите, что чувствуете себя униженно, это прямое нарушение личных границ. Вот. Ну и, наверное, самооценка. Да, то есть вот проблема самооценки.
Дальше вы говорите, что настроение испорчено, как и правильно. Где-то вы говорите о том, что молодой человек, он обладает, скажем, так скажем, некоторым влиянием на вас. И на мой взгляд, очень важно, чтобы вы постарались для себя определить, чего же вы хотите. И что именно вам нужно. Понимаете, да? Я хотел бы, чтобы вы именно на это обратили внимание, что судя по тому, что вы описываете, вы молодому человеку своему позволяете больше, чем вам комфортно. Вот. Вы позволяете молодому человеку себя контролировать, потому что, вероятно, сами как раз-таки допускаете, что можете делать что-то не так. Вот. Вот, соответственно, на этом вам и нужно пока что сконцентрироваться. Следующее. Как мне кажется, вы боитесь быть плохой. Как мне кажется, вы боитесь быть какой-то не такой. Вот, боитесь, что вас, к примеру, в чем-то обвинят, может быть, и так далее. То есть такое ощущение, что пытаетесь вы быть всем удобным. Ну вот, в том числе своему молодому человеку. Вот. И тем самым придаете свои интересы. Вот, если вы подаете свои интересы, то тонко здесь в том, что люди к этому привыкают. Если вы позволяете себе принижать свои интересы, то люди к этому привыкают. Люди привыкают к тому, что вы на первое место ставите не себя. Вот. А потом вы, конечно, ну, хотите чего-то другого, вы хотите более уважительного отношения к себе, вот, а не получается. Как-то так, как-то так. В заключение хочется сказать, что психологи не дают советов вам, как бы, можно помочь выделить проблему и решить ее. Вот, вам можно помочь гармонизировать отношения, но это уже решать вам. Вот. Не совсем, как бы, понятно, как вы относитесь к идее контроля в ваших отношениях. Как конкретно вы относитесь к идее контроля в ваших отношениях? Вы вроде бы говорите молодому человеку, что долго отмечать не будете, может, часа три. В итоге говорите, что с друзьями вы долго не виделись и задерживаетесь на пару часов. Это как минимум нечеткость вот, продвижения вашей позиции. То есть зачем обещать, если вы не уверены. Вот. Такая история. Ну и изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. Я думаю, что вам это также будет полезно для того, чтобы увидеть, с чего начинать работу. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.